День города в Самаре отмечают широким размахом. Празднование продлится в течение 3 дней. В пятницу вечером на спуске площади Славы самарцы могут услышать выступления джазовых исполнителей. Хедлайнером станет знаменитый московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана. Он записал обращение к горожанам и пригласил прийти на фестиваль «Самара Open Jazz». Традиционно музыканты выступят под открытым небом. Джазовый фестиваль ежегодно проводят в Самаре с 2013 года по инициативе губернатора области Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост главы города. Перед своим выступлением в рамках пресс-конференции Игорь Бутман ответил на вопросы студентов Самарского института культуры и даже пообещал возглавить там кафедру джаза, если таковая появится. Есть мысль сделать джазовую кафедру. Если это необходимо, значит, это надо делать. Я считаю, что это правильно, потому что у нас джазовое искусство объединяет в себе не просто один стиль какой-то, да, там, традиционный джаз, но это и джаз-рок, это и музыканты должны получить правильное образование для того, чтобы играть в любых коллективах, оркестрах. Да, так что джазовая кафедра, мне кажется, необходима, если что-то надо как-то помочь или что-то сделать, или просто сказать, что я за. Во время пресс-конференции Игорю Бутману предложили перенести свой опыт исполнительства и проектов в книги, чтобы студенты Самарского института культуры могли перенять его. На что музыкант ответил утвердительно. «Опыт невозможно получить без многолетних тренировок, но и везение никто не отменял», рассказывает Бутман о своем карьерном пути. «Мне повезло, что был ансамбль «Голощёк» в Петербурге. Я туда попал, не было никого. Взрослые ушли. Кто-то не мог заняться ночью работать, кто-то не хотел, кто-то был все причины. Потом я попал в оркестр Люстрема. Тоже повезло, что никого не было, молодых саксофонистов. А потом я попал в ансамбль Олега. Сейчас в оркестре у меня 4 саксофониста. Я не знаю, может быть, и их бы взяли вместо меня». За 11 лет существования оркестр объездил всю страну, а также неоднократно с успехом концертировал в США и многих странах Европы и Азии. С ним с удовольствием выступали ведущие джазмены мира. Сегодня в составе оркестра лучшие музыканты России.